Всем привет! Вчера ночью ждали маму из ночной смены, вернее, из второй смены, из дежурства. Вот, и готовили с Кирой вкусняшки. Даже Кира помогала. В общем, кому интересно, чем мы маму кормили на ужин поздний, смотрите. Ночь на дворе, а мы с Кирой что будем делать? Не знаю. Будем готовить вот такой вот вкусный стейк. Стейк? По-техасски, это мясо. Маха? Мясо жареное. Маха. Будешь? Да. Но я не буду его сейчас кушать. Мы с мамой готовим. Ну, конечно, мы приготовим. Мама придет и покушает. Класс? Да. Будет сюрприз. Да-да. Будешь готовить? Стреляется. На среднем огне нужно обжарить около 4 минут, после чего еще на 2 минутки перевернем его другой стороной. Стейк мы вот перевернули и уже успели приготовить вот такой вот салатик. Я думаю, мама будет у нас довольна. Придет с работы, а тут все готово. Сиди да кушай. А что это вы делаете маме? Мешаем. Что мешаете? Мешаю. Салатик? Да. Попробуйте, он хоть вкусный получился. Не хочу. А ты ложечку просто так чуть-чуть возьми и попробуй. Кукуруза. Ну как? Что это? Салатик. Вот крабовая палочка. Смотри, какая красивая. С капусткой. Ну как? Под мясо самое то? Да. Мама будет довольна? Да. Ты у меня поварёшка. Еще крабовая палочка. Нет, не надо выедать крабовые палочки из маминого салата. Вкусно? Вот ты приготовила, ты, Кира, да? Маме ужин. Это у нас салатик, да? Да. И стейк. Такой медиум прожарочки, да? С красненьким мяском, да? Да. Сочненький. Молодец. Что это, папа? Там крас... Сок. Сок? Да. Да. Маме понравится? Да. Всем, кому понравилось видео, ставим палец вверх, подписываемся на канал. Кому не понравилось видео, тоже подписываемся на канал, но ставим палец вниз. Оставляйте свои комментарии. Всем пока.